Сила братства. Под таким девизом в Минске прошел первый международный юношеский турнир по воркауту. В соревнованиях принимали участие команды из Беларуси и России. Какая из них оказалась сильнее, знает Элеонора Лутович. Воркаут – это уличный вид спорта, но выступать под открытым небом помешал дождь. Необходимое оборудование установили в зале. Две сборные команды – сборная России и сборная Беларуси. Вот, и они между собой будут соревноваться. Задача – показать максимальную зрелищность. Обязательного к выполнению набора упражнений и элементов нет. В распоряжении атлетов турник, брусья и пол. У каждого участника два выхода по одной минуте. За это время спортсмены должны показать все свое мастерство. За выступление сидит жюри, которое определяет, кто проходит следующий тур. Судьи оценивают точность и частоту выполнения трюков. Участникам мало показать упражнения. Элементы надо суметь зафиксировать минимум на 3 секунды. Не сорваться с турника, удачно приземлиться – тоже задача не из легких. Выиграл первый батл, прошел следующий этап. Доволен, достаточно высокий уровень. У атлетов. Я знаю своих атлетов, да, и какой у них уровень. Белорусы для меня вот буквально 2-3 человека. Я знаю лично, какой у них уровень на данный момент. Остальные для меня загадка. Посмотрим, что будет. Хорошая подготовка соперников белорусов не испугала. Даже самые юные 13-летние участники настроены решительно. В том числе и девушки, которым предстоит завершить турнир. Волнение. И с другой стороны, мы соревнуемся с девушками. И занимаемся мы, конечно, меньше их. Но все равно мы чувствуем, что мы победим. В первом международном юношеском турнире по воркауту победа досталась сборной России. Но у белорусов будет шанс отыграться. Соревнования планируют сделать ежегодными. Элеонора Лутович, Александр Дашук, Мир 24.